2 ноября 2023 года в 14 часов 35 минут на улице Тельмана в поселке Большакова Славского района автомобиль под управлением 51-летнего водителя допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 7- и 9-летние пешеходы получили телесные повреждения. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. О безопасности на дорогах необходимо помнить и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться в безопасности.